Аркадия, 5 мая 2023 года. Музыка, жара, стоят на перехвате, завлекают людей в Red Line. Тут даже пройти невозможно. Постоянно 3, 4, 5 девушек стоит, раздают эти флайера, чтобы заходили в Red Line, как цыгане. Честно говоря, даже неприятно. Идешь, и каждый раз тебя дергают. Заходите, заходите. Здесь, на этом пляже, тоже есть немножко отдыхающих. Но не так много, как в Аркадии. Немножечко поменьше. И отдыхающие, и загорающие. Но купаться никто не купается. Наверное, водичка прохладная. Я здесь пока спускаться не хочу, потому что песок сейчас понабираю полные ботинки песка. Дальше спустимся, водичку попробуем. Такая обстановка сегодня на Малом Фонтане. Дети купаются, самые смелые. Из взрослых никто не купается.